Друзья, как все-таки здесь классно. Всем доброе утро. Горячего чая. Кто-то, может, кофе себе заварил. Всем приятного просмотра. Не знаю, что сегодня получится у нас. Ну и как вы поняли из названия, у нас опять грибы. Решили сегодня среди недели вот таким ранним утром с супругой прогулять немножко синего малыша, подышать воздухом, насладиться опять немножко природой, ну и, может быть, пособирать немножко грибов. А кто, кстати, не посмотрел еще выпуск предыдущий про грибы, ссылочку оставлю в описании под видео. И хочу напомнить, что у меня очень много выпусков на канале. Вообще, ну, как мы собираем грибы у нас здесь в Западной Сибири. Поэтому переходите, смотрите. Ну и наслаждайтесь, делитесь комментариями, какие грибы вы собираете. В этом году, как во многих регионах, нас Бог обделил тоже дождями. Поэтому грибной сезон будет, ну я думаю, очень поздний и грибов очень мало. Вот. Но тем не менее, мы всегда собираем. Поэтому всем приятного просмотра, мы начинаем. Пока записывал приветствие, жена уже что-то нашла. Говорит, маленькие. Сейчас посмотрим. На один наступила и второй рядом. Надо смотреть, а этот что? Это уже был кто-то с чем-то срезанный? Да. Ну смотри, чтоб не наступить. Видишь, вот прям вот опустим. Вот, вот. Так, давай я ведро переложу. Я бы на один наступила. Ух ты! Вот это кайф. Вот нам такие нужны. За такими мы сюда и ездим. Короче, только-только пошел новый слой, да? Да. Так, ты видишь, а я... А, вот, вижу. Красавчик. Напишите, пожалуйста, в комментариях, все-таки резать надо ножиком или все-таки выкручивать? Еще, да? Отлично. И, кстати, кто не подписался... Говорите о суде присяжных, кто не подписался еще на мой ТикТок? Вот сюда вот переходите. Алькаш ТВ. Видите? И подписывайтесь еще на ТикТок. Мох, конечно, вообще сухой. Прям вообще просто сухой. Идешь, он под ногами шустит. Кстати, опять. Как всегда, блядь. Как мне надоели эти бичары, блядь. Извините, что матом у меня. Других слов просто не бывает. Зачем вот выкидывать, вот я не могу понять. Ну вылей ты воду, открути крышку, сомни ее в кулак и закрути крышку. Она будет размером, блядь, с пачку сигарет. Ну возьми, выкинь, ты же все равно сюда на машине приехал. Не понимаю вообще таких людей, блядь. Ну и что, успех есть? Красноголовики? Класс. Старый. Да, это очень старый. Очень-очень.
Гнилой уже. То место, где мы тогда еще собирали. Вот полянку нашли. Классно, смотрите. Шпион. С этой стороны не увидишь. С этой стороны, пожалуйста. Мы потихоньку пополняемся. Вот еще один красавчик. Само то, друзья, это самый кайф. Вот еще пакетулина. Это как санитар леса, блядь. Как этот юный этот, как он, как там были-то у нас октября-то пионеры-то, кто они? В детстве-то у нас были, блин, напомните мне, я забыл, как они назывались-то. Не отряды мэра, а кто они? Как раньше эти назывались, которые помогали бабушкам, дедушкам? Блин, напишите в комментарии, забыл, кто они. Не отряды мэра, а как их называли-то раньше? Не кижеватовцы, а кто они там? Кать. Блин, на языке крутится, не могу вспомнить. Как же они назывались-то? Бабушкам, дедушкам-то помогали. Блин, не могу вспомнить. Пионеры. Да не пионеры, какие пионеры. Короче, забыл, напишите в комментариях. Блин, на языке вертится, не помню. Ну и уже, друзья, по традиции, у меня много таких видео. Картина называется, посвящается всем хейтерам, тем людям, которые дизлайки ставят, пишут плохие комментарии. Это вам. Ну а тем людям, которые всегда на позитиве, сейчас обязательно поставят на паузу, влепят лайк. Еще один гриб. Ну, классно, да? Опа. Смотрите, какой. Кстати, напишите, как думаете, и как в вашем городе называются эти грибы. Ну, в вашем районе, не знаю, в области, в крае, в республике. У нас называется белый. Где-то он называется боровик. А как у вас он называется? Красноголовочки, друзья. Хоть и переехали за белыми, но от таких, конечно, тоже не откажемся. Кстати, как в вашем регионе красноголовики называются? Напишите в комментарии. Семейка. Это вот хейтерам, вот это, а это хорошим людям. Нет, это еще красавцы. Война войной, друзья. Обед по расписанию. Так, ну что у нас, перекус? Больше там нет, что ли, там? Легкий перекус. Хлебушек, яички вареные домашние, селедочка, кстати, это неплохо, я думаю, неплохо зайдет селедочка, манезик,
там еще есть у нас. Вилочка. Тещина помидорочка. Мелкие, да? Пока жена пошла грибы собирать, я немножко перекушу. Влажные салфеточки. Вообще влажные салфетки придумал очень умный человек. Ему отдельно от меня, кстати, спасибо, если он нас смотрит. Вообще, что, друзья, правит миром? А миром правят влажные салфетки, майонез и кто знает, что третье еще. Напишите в комментарии, кто, кстати, первый напишет правильный ответ, тому от меня лично баночка грибов. Или если банку транспортно нельзя будет отправить, ну, по крайней мере, сушеные белые отправлю на грибовницу. Давайте. Миром правят салфетки влажные, майонез. И что еще третье, как считаете? Напишите в комментариях. Сделаем розыгрыш. Чаечек. Немножко перекусили и еще пошли пойдемся. Сухо, конечно, сухо, друзья. Мох, видите, вот он аж при, все он примялся, видите, вот видите. Ну, я как всегда очень сухо собираю мусор. Стекла вот еще валяются. Потом вот из этих стекол пожары начинаются. Че, у тебя тишина? Белый? Да. Вообще сухо наступаешь на мох, и все, и он прямо, ну, ломается, прям крошится, как песок. Тишина. Банка еще железная. Опа! Ну что, друзья, время почти обед. Мы немножко прочесали. Собрали, конечно, всего ведро, но зато каких. Зато каких, а? Опачки. Накладывай сюда. Вот. Она сейчас ждет дорога домой. Так что, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Лайкосики врубаем. Пишем комментарии. Давайте всем пока-пока, до новых выпусков.